Дорогие наши болельщики, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот год, он был замечательный для нас. Мы стали чемпионами. Этот год показал, что Локомотив есть, что Локомотив двигается вперед. И благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. Поздравляю с наступающим Новым годом всю нашу большую железнодорожную семью. Дорогие друзья, у нас прошел чемпионат мира по футболу. Он был великолепно организован. Были потрясающие матчи. И на этом чемпионате было 8 наших игроков, которые проявили себя замечательно. Вы прекрасно болели на чемпионате мира, но и вы были нашей большой поддержкой на нашей РЖД-арене и в других городах страны, где играла наша команда. Эта поддержка, она сыграла громаднейшую роль в получении золотых медалей, потому что мы играем для вас. Потому что футбол, он существует для болельщиков. Вы главные люди во всем этом процессе. Еще раз я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, хорошего настроения и побольше побед. И мы вас всех ждем в Новом году на трибунах нашего замечательного стадиона. И когда будет холодно, одевайте варежки.